Инновационное развитие играет ключевую роль в условиях социально-политических и экономических изменений, которые происходят сегодня. Актуальные вопросы этой сферы обсудили в правительстве региона на заседании Совета. Важный вклад в создание технологического суверенитета страны внесла Ульяновская область, которая в прошлом году вошла в топ-10 первого национального рейтинга научно-технологического развития регионов России. Вместе с тем, я убежден, что мы можем работать лучше и должны продолжать делать все возможное для того, чтобы занимать самые высокие позиции в этом рейтинге. Почему это так важно? На федеральном уровне рейтинг будет индикатором, отражающим не только потенциал региона, но и результативность совместной деятельности региональной власти, вузов и бизнеса. Кроме того, Ульяновская область по коэффициенту изобретательской активности вошла в четверку субъектов страны-лидеров по данным Роспатента. В регионе непрерывно ведется научная работа. Регулярно проводятся исследования и создаются новые технологии, которые необходимо поддерживать материально и применять в предпринимательской практике. Продвижение этих продуктов в бизнес – это то, что дает сверхмаржинальный доход не только для держателя патента, держателя изобретения, но и, безусловно, дает доход региону, в котором это изобретение было произведено и реализовано. Также на мероприятии прошла церемония награждения. Врученный наградный знак почетному званию «Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области», дипломы, сертификаты. Одним из заслуженных работников науки и техники в Ульяновской области стал Сергей Владленович Павлов из Димитровграда. Сейчас он работает в сфере ядерной энергетики. Сейчас наша фирма принимает такое деятельное участие в работах, так называемый проект «Прорыв» есть. Такой проект в ядерной отрасли России – это такой знаковый проект по созданию нового облика ядерной энергетики. Памятными медалями наградили и лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года 2022». Лауреатами по направлению «Профессиональные инженеры» от нашего региона стали Олег Благовский с Ульяновского механического завода, Марат Суетин с НПО «Марс», Фидель Сафин, гендиректор Ульяновской областной корпорации ипотеки и строительства. В направлении «Инженерное искусство молодых» отмечены Вячеслав Прошкин из Аграрного университета, Мария Азарычева из НПО «Марс», Дарья Волчкова с УМАЗ и Юлия Строева из ГТУ. Юлия Руднева, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.